8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали и первое общекомандное место. Таковы трофеи дагестанских бойцов по итогам выступления на первенстве России по панкратиону в Севастополе. За награды состязались порядка 900 спортсменов из 51 региона страны. Чемпионами турнира стали Асланбек Убайдулаев, Магомед Расул Махмудов, Магомед Салам Загиров, Рустам Билалов и Аликади Магомедов.